А удобно позвонить в газету? Сейчас я схожу, возьму вам. Ага, давайте, что, пойдем. Неделю здесь. Сашку Григорьевич. Николай, а ты что, а ты что там забит, что я тебя не вижу? Ты чего забился? Угол. Сложно забить. Если бы не значок. Не сверкнул. Да. Как алмаз. Ну, газет у нас подложит, скажем так, Ну, давайте уже минуточку, Елена Павловна пошла, давайте минуточку, мы подождем. Я считаю, надо подождать, это уважаемые ветераны, да? Газету 2 минуты, подождите. Сейчас кого-нибудь отправят, сказали. А мы узнаем об этом? Я думаю, мы сможем начинать. Можно начинать. Как вы думаете, уважаемые? Я думаю, что они все увидят. Ну, тем не менее, потому что, вы знаете, вопрос, который стоит сегодня на повестке дня, он настолько емкий. Наверное, можно я стоя или сидя тоже можно? Сидя можно. Как удобно. И вообще можно на объекту даже идти. Нет. Это не от того, что мы низко сидим, а от того, что у тебя зрение немножко слабее. Очень быстро прошел январь месяц. Начало февраля. И я все откладывал, думаю, 10-го. Думаю, потом чего 10-го? Думаю, может быть, там после праздника. И я вот вам предисловие скажу.
И в воскресенье, объезжая объекты, в том числе вот и Стеллу, как убрано, как что, вижу, приехала делегация. Два автобуса. Выходит патриархия. Смотрю, Николай Михайлович Попов. Потом выясняется с ним, он хотя мне звонил, потом префектура двух районов Москвы. Конечно, мы с Александром Николаевичем Морозовым присоединились, мы были приглашены на эту. И выясняется, я думаю, ну просто, знаете, как по святым местам, как это можно. Нет. На самом деле, уже вовсю Москва проводит посвященный освобождению 70 лет от юбилея, проводит уже, ну будем говорить, праздниками это не назовешь, а именно работы по патриотическому воспитанию, с ними патриархии. Я думаю, что же это мы сидим? Ведь мы город воинской славы. Это я для себя, это я. В понедельник я в ту же секунду говорю, да, весь 14-й год, весь 14-й год, совместно с Советом депутатов, совместно с ветеранской организацией мы занимались и всегда говорили, что следующий год будет юбилей, что в следующем году мы обязаны сделать очень многое, а именно, привести в соответствие все захоронения, которые находятся у нас. Это на совести наших горожан. Мы обязаны почествовать, мы обязаны навестить, мы обязаны помочь каждому ныне живущему ветерану Великой Отечественной войны, труженику тыла. То есть в рамках, которые нами определены и которые всегда выполняются. Мы обязаны подвести итоги 2014 года. А что же мы сделали в 2014 году в этом направлении? А сделали мы немало. Мои заместители, вы уж наберитесь, пожалуйста, терпения, потому что я хочу в формате руководителей моих отделов короткую справку, что сделано, и перспективы до 6 мая на 15 год. Я обратился бы потом к компании в военно-мемориальной ветераны внешней контрразведки и председателю его Касиму Ибрагимовичу Касимцу. По поводу, извините, пожалуйста, Касим Ибрагимович, поскольку лепту, великую лепту, равноценную, пожалуй, только Стелле, возложил, установлен камень, их всего 7 в России, и поставлены часовни памяти. Великая эхо войны, это идет. Ну, Касим Ибрагимович скажет, и пятиминутный фильм покажет нам. Я хотел бы поговорить с ветеранами и попросить ветеранов, потому что кроме них большего о этом событии никто не знает, чтобы они участвовали и помогали нам в этой работе. Вот то, для чего, собственно, вот это вот большое мероприятие, основой которого я бы считал резолюцию сегодняшнего совещания. И еще бы обратился, как в частном порядке, и ко мне и ветераны обращаются, ко мне и в письменном виде, и еле прочли письмо и Мастеренко, и это наших ветеранов лежачих, по поводу того, что там, ну, все читают, там, и им читают, ну, что остается делать, и газеты, что вот идет как будто якобы какой-то раздрай, что город не работает, что там надо объединять, какие-то пресловутые 40 миллионов там или
непонятно, то ли украли, то ли сэкономили, непонятно. То есть, вот это просто, я к вам просто обращаюсь, чтобы вы, уважаемые мои, близко к сердцу не брали наше дело работы. Потому что плохо было. Какую-то там, что-то раскопал Шаров на кладбище, чего-то там делают, вы помните, из кустов вылезали. Какой-то там, это, да не на том месте, митинги были, ведь Касим Брагиевич, правильно? Потом разобрались часовни. С этой темой отстали. То не в том месте стелу ставить никому. То не так, то гранит у вас украдут, то это... Слава Богу, поставили, другой темы нет. Сегодня давайте, вот, мы сэкономим денег, Европа вся бедная, кризис идет, город съелся деньги. На самом деле это все не так. Мы в прессе, я к прессе обращаюсь, вот, и надо как-то все равно откликаться, потому что у нас одни и те же люди. То про суки, которые валяются, то якобы, то стелла, то камень не то, то брусчатка не то. Разговариваю с ними, стелла строится. Его конкретно с заданием человека прислали. Проскрытые, ты узнай у них проскрытые работы. Я говорю, что вам нужно? С прораба позвал. Вот, конкретно задайте вопрос, чтобы вам строитель мог ответить. А человек, он даже задать вопрос. А что ему говорили, забыл. Он говорит, вы скрываете от нас работу. Ему сказали про скрытые работы, узнай, там это что. Ну, его подзаточили на вопросах. То есть, вот эти, ну, это подорожно. Не обращайте, пожалуйста, внимания вот на эти. Наше дело работает. Есть, там сейчас муссируется вопрос, быть или не быть, соединять или не соединять. Объединяться или не объединяться, мы избранный орган. Есть закон. Юристы, кто присутствует, юристы, они все знают, что до конца полномочий только один человек, под чьим началом я работаю и на сегодняшний день 10 программ выполняем, о которых я скажу. А мы выполняем, выполнили в 2014 году программу ветхого жилья расселения. Мы в 2015 году сами, инвестор привлечен, говорят, проходить 40 миллионов, инвестор на тихую. Строители, хозяйственники, кто сидит, тот понимает, что программа ветхого жилья, она предусматривает прийти на землю со своими деньгами в район, в город и вложить сюда деньги свои. Собственные, не государственные, не муниципальные, не российские, не областные, не районные, не городские, нет. Свои деньги под программу губернатора, под честное слово нашего губернатора, которому, слава Богу, верят и инвесторы наши. И вот на Тихой строят 105 квартир, наши горожане в январе получат 24, а к концу года 105. Квартир будет получено. И только после реализации этой программы инвестор по льготной цене каждый метр, это, допустим, там стоит жилье там 40, ну я условно говорю, то по 32 рубля ему деньги эти вернут после окончания программы. А вы знаете, что кризис, который произошел, он вот эти деньги, 30 рублей, он их уже превратил вообще не в ничто. И на эту программу пришли мои друзья, кому я по жизни помог. Когда-то в 90-е годы, там они выиграли, они мне просто отказали. У нас сегодня здесь агрогрупп компания, которая благодаря представителям агрогруппы здесь есть. Мы совместно проводили там форум с двумя министерствами. И Министерство торговли, и с Министерством инвестиций. Люди, мало того, что пришли и создают рабочие места здесь, уже создано, вот здесь уже и выработка сахара, уже волоколамский сахар. А самое главное, программа губернатора «Экорынок». Экорынок. В двух словах, что такое экорынок? То есть все понимают, что наши рынки,
колхозные раньше, ну, рынок, где каждый мог морковку, они уже давно проданы лихими людьми. И они сегодня представляют ярмарку выходного дня. Ну, вы все знаете об этом. Что рынок наш, он уже не наш волоколамский рынок. Это же всего-навсего ярмарка выходного дня, это частная компания, которая там продает все что угодно. Андрей Юрьевич, понимая эту программу, проблему, что наши бабушки стоят вдоль дорог, им деться некуда со своей редиской капустой, он принимает решение каждому главе города найти возможность программу ЭКРЫ, что она в себя включает. Это надо. Очень много денег. Надо создать современные рабочие места, в том числе и для колхозников и сельхозников. Наши предприниматели на этом форуме были. И вопросы задавали, и ответы получили. И ждут. И вот эта компания на территории, на своей территории, под программу губернатора для Волоколамского района. Конечно, они предприниматели, они бизнесмены. Свое они, естественно, ну, там, то есть, что у них в головах, они свой бизнес будут делать. Но эко-рынок у нас будет уже в этом году. Уже проект готов, Татьяна Владимировна, правильно? Вот. Да. И наши предприниматели чуют, только роликами занимать мясо, и холодильное оборудование будет предоставлено. Их хранение будет предоставлено. Там требования для них, чтобы форма фирмы, ну, чтобы раскнул под брендом. И на очень льготных условиях. То есть это тоже. А эко-рынок стоит таких миллионов. Я, если честно, вот мы с Татьяной Валентиновной, в конце 13-го, в начале 14-го, когда губернатор поставил такую задачу перед, ну, что надо. Уж что только не думали. Кого-то, во-первых, места нет где. Какое ездили смотреть, вот они такие стеклянные бывают, с двух сторон проходимости, слева редиска, справа. И такие есть, но опять холодно, опять холодильного оборудования нет. Но мы уже сбились с ног, но привлекли компанию. И о каких там 40 сэкономленных миллионов, которые спасут экономику Европы, если город и там убрать или там аннулировать, как я не знаю. Это просто на фоне тех дел, которые сегодня происходят у нас в городе. Программы, которые не на листочках бумаги, а которые уже из земли, которые вылезли, а которые уже заселяются. Программы, которые уже стоят со стеллами, с часовнями и прочими делами, что мы вместе с вами делаем. Мы создали газету, никогда ее не было. С 1 января, вот у нас редактор газеты Владимир Григорьевич живет, наш город. Когда это мы могли себе позволить или пожелать, чтобы мы печатали там работу Совета депутатов? Потому что, видите, наша родная газета сегодня и не соизволила прийти к нам на наше мероприятие. Но это неправильно. Где писать? Конечно, хорошо, что есть Волоколамская неделя, что есть сегодня уже газета «Наш город», где мы можем, ничего не привирая, ничего не передергивая, а написать о том, что делается. И назвать все своими именами. Я всегда вспоминаю отношение к заветам Ильича в моей семье. Газет было очень много, они были доступны. Мы мальчишки, из них это самый был ходовой материал. Пилотки и все прочее. Это, ну, там, из правды. Ну, было такое, кто моего возраста, те помнят. Но на заветы Ильича кружку поставить было нельзя, иначе будет такая трепка, потому что это была газета, в которой было написано о наших людях. Там было написано про совхоз Волоколамский, там было прописано про то, кто больше зерна набрал,
Там было написано про комсомол. Там могли мелькнуть поздравления там моего отца там с какой-то даты или там с поздравить, либо сестра там где-то в комсомоле. Ведь Светлана Кузьминична, правильно было? Поэтому это было свято. Вот и мне хочется, чтобы наш город, чтобы как Волоколамская неделя, чтобы это были не просто информационный листок, которому верить или не верить, а чтобы там работа совета депутатов, чтобы там работа отделов, чтобы там работа простых людей, чтобы там были отмечены люди, которые вклад свой сделали, и уже ушедшие, может быть, из жизни, а с кого мы до сих пор берем пример. Вот чего хочется сделать. И это сделано уже в 2014 году. Что касается 2015 года, нашего юбилейного года, мы не с пустыми руками идем к этому знаменательной дате. Более конкретно и подробно скажут мои заместители, а я в общих чертах скажу, что все памятники, которые находятся в черте города, 5 конкретных захоронений с помощью, опять же, инвесторов. Но немного, а для кого много, а для меня очень много, почти 5 миллионов люди вкладывают в наши и будут приведены в порядок наши захоронения. Рассчитываю и получил поддержку и от Ротака, и от всех других организаций, которые закреплены за нашими захоронениями. И на территории города все захоронения мы приведем в порядок. Мы обязательно, хотя, казалось бы, дело и не наше, но опять, как Николай Михайлович, приезд его с департаментом Москвы сюда, подтолкнул мысль вчера выступления президента, а потом эту тему продолжил Андрей Юрьевич Воробьев, что поисковики и наши, в том числе волоколамские, ведут очень большую работу по поиску, по выявлению погибших, а когда повезет и узнают людей, как и у нас произошло в прошлом году, об этом будет сказано. Людей, которые реально, ну, смертничек найдут. Но и президентом, и губернатором отмечено то, что наряду с этим, в деревнях, и у нас в том числе это и Крюково, это я вам говорю, что я знаю, это и Терентьев, это и Казино, это и Тимошова, это и Пагубина. Во время Великой Отечественной войны люди, которые оставались, солдаты наши убиты, их хоронили местные жители, это не секрет ни для кого. Местные жители хоронили, только они знали, где. И пока у них их носили ноги, из городочки городили, и когда весной печку белили, ходили, белили и памятнички эти. Сегодня, это направление упущено. И вот я, хотя к районным памятникам никакого не имею административного, а морально я имею, потому что я родился здесь и вырос, и памятники эти все помню. И я санициирую, я подключу, постараюсь неравнодушных людей, буду обращаться и к ветеранам, к городской администрации, и к ветеранам, к предпринимателям, к жителям Москвы, кто находится... Садовые товарищества на нашей земле. Я постараюсь достучаться, чтобы они посильную лепту в восстановление, в поддержание. Потому что я этой работой занимался и в Волоташинском районе. 4 памятника, деревня Барки и деревня Новая. По распоряжению я просто попался под руку к отцу Петру Дмитриевичу, при том губернаторе. Когда пришло письмо от ветеранов, заброшенные захоронения, и мне он говорит, фото прислать завтра или послезавтра, и как мы в 3-дневный срок в Барках
сделали и с плитами. То есть все можно сделать. И все равно, если у нас есть совесть, если мы чтим, если мы русские люди, мы обязаны на территории нашего, я уже не говорю города, но и района, все это дело привести в порядок. Потихоньку, понемножку, но общими усилиями. Я думаю, и администрации города, и главы поселений, все подключатся к этой работе. Это я так в рамках предисловия. Если я вас не утомил, то давайте построим так. Мы, наверное, предоставим слово Касиму Рагимовичу. Или как вы думаете, Касим Владимирович? Еще раз, дорогие товарищи, здравствуйте, Василий Николаевич. Я сегодня имел здесь задачу сделать коротенькую презентацию вашего общероссийского волонтерского проекта «Вечерней войны». Благодаря вам, дорогие друзья, благодаря Василию Николаевичу, мы с этим проектом вошли в территорию Волгоградского района. Я прежде чем что-то сказать вам, хотел вот вашему вниманию предложить небольшой документальный телевизионный фильм. Этот фильм «Крестовой» мы готовили для показа президента России Владимира Путина. 15 января мы с ним встречались в МГУ. Но он был очень занят, фильм он не смог посмотреть. Но я лидером НКО, общероссийского масштаба, этот фильм я показал. Поэтому вы, наверное, будете в числе первых зрителей, если можно. Длительность этого фильма 23 минуты 17 секунд. Это недолго, вы очень быстро посмотрите. Это наш проект, который мы с вами будем проводить до конца. Потом я возьму слово, скажу, может быть, там 5 минут, наверное, да? Если возражаете. Вы знаете, все дело в том, что вот самую большую лепку, то есть то, что Стелла, то, что это, конечно, город воинской славы, это... Что касается часовни, то это проект, будем говорить, инвестиционный. И поэтому я не могу отказать. И мы в этом проекте есть. Включаем. Мы в России. Почти 7 десятилетий назад закончилась Великая Отечественная война. Миллионам советских солдат та победа стоила жизни. Они отдали ее не только во имя Родины, но и ради свободы других народов. Повернули врага вспять и раздавили нацизм в его же логове, сердце фашистской Германии. Даже сегодня известны далеко не все имена павших героев. Сотни тысяч из них до сих пор числятся пропавшими без вести, не имеют могил. Их останки разбросаны по бескрайним полям, лесам, болотам России, Украины, Белоруссии, Молдавии, Прибалтики, лежат в Польше, Чехии, Венгрии, Австрии и, наконец, Германии. Память о самой страшной войне еще сильна. Но с каждым годом становится все меньше тех, кто может от первого лица рассказать, как обороняли города, поднимались в атаке, штурмовали Берлин. Самым молодым участникам Великой Отечественной уже под 90. И уже они сами нуждаются в защите тех, за кого проливали кровь. Увековечение памяти павших героев, возвращение имен неизвестным солдатам, помощь ныне живущим фронтовикам – то малое, что наше общество может сделать ради прошлых и будущих поколений. Эту добровольную обязанность берет на себя государство, ветераны силовых структур и просто неравнодушные граждане, для которых слово «патриотизм» имеет единственно возможное значение – верность Отечеству.
«Молчаливое эхо войны». Название благотворительного проекта, масштаб которого не знает равных новейшей истории России. То, что начиналось с частной инициативы ветеранов органов госбезопасности –